Ну, ребят, всем привет, с вами Хамелеон, и сегодня у нас инди-хоррор под названием Slender Sanatorium. Я не знаю, что Slender забыл в санатории, но можно, как обычно, собрать 8 записок. Ну, как обычно, я ни разу в эту игру не играл. Ну, знаешь, ну, записочки собираешь, Слендеру отдаешь на ксерокопию, и он их относит. Вот. И что самое главное? Он? Кто он? А он это Слендер. Слендер работает у нас этим. Секретаршей. Потому что секретарша это самая высокооплачиваемая такая работа. Кто учится на юристов, там всяких этих упырей. А и это... И вот бухгалтеры. Бухгалтеры, потому что они бухают постоянно и ничего происходит. В общем, страшно, просто нереально, как страшно играть в эту игру. Играю я первый раз в Slender, вообще любого. Вы скажете, вот, это даже не это, не прошел такой, чтобы квота. А я скажу вам, я сегодня его тоже выложу, потому что после такой игры, ты выложишь все хорроры, блять, какие захочешь. А он слепался. Он сделал маленький стейбл. Есть поесть. Куда идти? Не знаю, где тут. Ни одной записки. Мороженое! Пойдем. Слендер. Где он? Где Слендер? Слендер-то где? Слендер. Он меня бесит. Записуля. Записули, бегом. Где, кто? Если колокольчик, значит он где-то рядом. Я отвечаю, потому что, когда такие звуки всегда где-то есть, я боюсь, я не могу. Где он? Сейчас появится где-то, блядь, из-за угла, я послушаю нахуй. Не из-за угла, господи, чуть ошибся. Слендер пропал, все. Ну что, я появится, я умру от страха, вот. Чего, кто видит, кто, блядь, где, значит, он? Нет. Да писулик нету. Слендер, уйди. Дай чуваку отдышаться. Курил много, ну понимаешь, ну такой стресс. От тебя бегать, блядь. Записок нет, где записки? Мама. Он стоит, он ничего нам не сделает, потому что он никто. Он здесь никто, здесь хозяин я. Я, именно я. Больше никто. Сейчас, блядь, Слендер тут отвестится. Хозяин, ну он станет, я не. Я собираю записки, ни в чем не записули. Все, чувак, отдышись. Самое главное что? Отдышаться, потому что ты не убежишь от Слендера, не стоит, блядь. Ручонки стоит. Где он, блядь, ебал? Где овощи? Появился там. Сука! Иди нахуй! Сука, Слендер, прошу тебя! Уйди! Не надо дышать, не дышай! Не дышай, чувак! Ты что ты там хочешь? Да я записки твои соберу! Записки, да я твои соберу! Где он? Нет его, съебался! А мы спокойно записульки соберем. Съебался, блядь. Куда он съебется-то? Он никуда не съебется, это Слендер. Он никуда не уйдет, не съебется. Он съебется. Что, где, когда, почему? Блядь, что это за помещение тут такое? Фабрика, заводная. Заводная фабрика. Что несут? А нечего нести, нечего. Он идет. Иди нахер, прошу. Умоляю, просто Богом прошу тебя. Сердце. Богом, всем привет! Отъебись, дай чуваку отдышаться. Что это за экран? Почему такая зернистая? Чувак, уйди. Очень страшно.
Continue. 4 из 8 записок. Это очень сложно. Что? Сегодня будет короче курс. Я там как переустанавливал всю систему. Все это бесит меня. Все игры удалились, уже перепроходить. Игры теперь будут на канале. Я потом скажу там где-нибудь. А где сказать? Негде сказать. И вот. И что? А что? А ничего. Что тут бояться в Слендере? Самое главное в хоррорах это зайти поиграть и самое главное испугаться первый раз. Потом тебе уже так не страшно будет. Я знаю. Вот 20-й раз записываю. И вот. Слендер не играл ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть, ни семь, ни восемь раз. Только один. Только первый раз. Смотрел иногда про Слендера, но он... Не было возможности поиграть. Инфаркт был. Инфаркт случился. Инсульт. Чё несу? Так. Бегом за писюли. За писюли берём. Блядь, какие порошки стирали тут. Блядь, постирать вещи надо. Штаны это обязательно второй раз. Слендер, он нормальный. Он дает мне второй шанс, чтобы я собрал эти чёртовы 8 записок. Слендер, он нормальный. Туалет сразу. Что такое? Да не надо слышать, он с самого начала он уже вздыхает. Ну что такое? Самое главное в хоррор-играх это что? Скажите мне? Самое главное это не паниковать. Не паниковать, потому что если ты паникуешь, значит ничего нихуя не получится. Закон, блять, всего. Конечно. Легко сказать, не паникуй. Подумаешь, ну что, ну, господи, ну что такого? Что такого в хоррор-играх? Не паникуй. Легко сказать. Слендер. Чего? Слендера? Слендера как не было, так и нет. Я его даже не видел. Ну и хорошо. Полный говно вот оно. Пожалуйста, вот. Похорон вернусь. Да я дышаться, блин. Не надо меня пускать, пока это урушит. Появится где-то везде, в углу, вот тут, вон там везде, вот тут. Ублюдок, блядь. Просто меня бесит. Он меня очень-очень-очень сильно бесит. Не успел, 3 записочки собрал. Иду четвертую собирать. Он уже тут. Господи, он 3 записки не появлялся. Что, почему он не мог всю игру не появляться? Потому что я хочу собрать все свои 8 записок, чтобы он меня отпустил. Он их отдаст там кому-то, боссу, чтобы тот там что-то сделал с ними, я не знаю. И поэтому вот. Игрушечка загружается что-то очень долго. Очень долго. Слендер вообще просто меня бесит. Просто. Сейчас мы должны собрать чертовы 8 записок. Хотя бы 8, потому что всего-то их 8. Надо собрать больше половины. Половина это уже нормально. Это прогрессия. Прогрессируемый дизайн. Всего того, что мы тут видим в этой игре. Так. Может сначала ходить по правой там стороне или... Он прыгает. Так. Одну записку собрал. Что-то стучит. Вторую записку собрал. Что-то еще больше стучит. Третью записку собрал. Какой-то колокольчик. Что за колокольчик? Зачем нам колокольчик? Я на колокольчик нам не лезу. Сразу Леви, потому что Леви это все надо. Что это фуфло старое. Старые бумаги, значит, попу подтирать. И Левыч. Мы с Левычем хотим даже. Надо договориться с Левычем, я его. Тут еще свет нужно включать. Ничего себе. Это походу вот это. Нет. Я электрик. Я могу везде свет включить. Вот я тут брожу под жопой у льва.
А он где-то тут рядом. Я 100% говорю, что он где-то тут рядом. У меня сердце подсказывает, что нахуй надо. Запись улик. Пожалуйста. Пожалуйста. Где он? Где ты? Вот он. Иди нахуй. Пожалуйста. Побежал, чем сразу вздыхаться, блин. Иди, лапы, он, лапы свои, лапы, блядь. Лапы свои вытянул, блядь. А я тут надо задыхать. Чувак покурил после такого-то стрессища. Стресс такой, как тут, задышки. Или какой-то вообще хиленький пацан, за кого я играю, или я не пацана играю, за кого вообще непонятно. Гордая баба, может, за оно, может, вообще за кого-нибудь. Записки надо искать, пищу, что-то тут непонятно. Где? Лежал с коконом, видите? А с коконом никак нельзя. Потому что кокон — святое дело. Святое дело, святое, святая всех святых. Мороженое хочу, продайте. А, ну фруктовое мороженое, это же этот. Фруктовый лед, блядь. Иди поешь мороженое, я тебе, блядь, куплю тебе здесь мороженое, как малец меня. Бенгер, ты где, блядь? Нету тут записок, нету тут здесь записок, твою мать. Да где они, где все записки? Ебать, компьютерный клуб. Каэтчку звоню. Да там зарубимся, чё, да? Чего копать я создал? Нету! 5 записочек собрали, ребят, 5 записочек — это прогресс, блядь. Нету тут! Слендер, блядь, ты где? Не вдыхай, чувак! Не вдыхай, самое главное, блядь! Крики только в этой игре нужны. Где еще три записки, три записнички? В туалете записки. Быстрее. 6 записок из 8. 6 записок из 8. Где я таких еще не был, блядь? В этой хуйне я не был, блядь. Лёва, блядь, без записки. Дай мне знак, Лёва, блядь. Сердце выпрыгнет сейчас наед. Лёва, где записки? Записки мне сказали. Записки, где Лёвыч Иваныч? Лев Иваныч, где записки? Я уже не знаю, где я не был, где я был. Что, где Слендер? Полет меня! Записки тут мы не соберем. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк. Сегодня будут тоже хорроры, так что пальцы вверх. Всем пока, увидимся.